Всем привет, на связи Мабу, и в сегодняшнем видео я вам продемонстрирую, что бы я делал, если бы только заходил в Android разработку и хотел ее изучить. Я вам покажу, как изучать Android разработку, как начать изучать Android разработку, так чтобы не свернуть через месяц отсюда и не разочароваться во всем в этом. Потому что программирование это непросто, это сложно, и при неправильном подходе это очень сложно. А при правильном подходе не сильно сложно, но и не сильно просто. Если вы хотите стать Android разработчиком и сделать это оперативно, качественно, на современных технологиях, вы уже устали изучать статьи и видео в интернете, не видя при этом существенного успеха, вы не понимаете, как правильно изучать Android разработку, вы уже устали отбирать актуальный материал по Android разработке, при этом не понимая, что применять, а что уже нет, вы хотите получить стабильную и высокооплачиваемую работу, или, например, вы хотите построить собственный бизнес по заказной разработке или создавать собственные стартапы в сфере мобильной разработки, вы хотите пройти качественное обучение в личном формате с безлимитным количеством консультаций, или вы хотите, чтобы вас провели от уровня «ничего не понимаю» до собеседования или выхода на рынок мобильной разработки, а также дали советы и рекомендации по старту карьеры, то тогда записывайтесь на обучение по профессии Android-разработчик. Ссылка на сайт, где вы сможете более подробно узнать об обучении, а также связаться со мной, есть в описании к этому видео. Также под видео есть ссылки для связи со мной напрямую. До встречи на обучении. Итак, что бы я делал? Во-первых, бы я установил Android Studio. Смотрите, если вы находитесь на системе Windows, то перед установкой Android Studio просто удостоверьтесь, что ваше имя пользователя на компьютере написано на английском языке, не на кириллице, а на латинице. И все. Ссылка под видео будет на скачивание Android Studio. Заходите, скачивайте Android Studio, устанавливайте как обычную программку. Далее нам нужно запустить Android Studio. Сейчас запускается Android Studio. И вот передо мной, я пока, допустим, мало что знаю или ничего не знаю, передо мной запустилась Android Studio. Что я буду делать следующим шагом? Во-первых, я попытаюсь создать пустой проект. Вот кликаем New Project. Становится вопрос, какой вот из этого хаоса что выбрать. Мы будем использовать классический подход через XML и выбираем Empty View Activity, Next. И здесь я даю название Example. Выбираю директорию, где хочу это все создать. Да, рабочий стол. Называю папку вот так вот, допустим, open. Здесь выбираю 24 API, потому что поддерживается 95,4% устройств, finish. И вот собирается вот такой проект. Далее, что бы я сделал? Далее я бы подключил ли реальное устройство к компьютеру, да, настроил. Да, смотрите, у меня версия не последняя Android Studio. Если выходят у вас такие ошибки, то мы берем Android Studio Settings, Build Tools, Gradle. И здесь мы должны выбрать вот этот Embedded. Окей. Дальше идем в файл. Project Structures. Здесь я ставлю 7.4. Здесь я выбираю 7.5. Apple. Окей. Ну все получилось. Далее бы я установил, выбрал бы, как мне тестировать свое мобильное приложение. Через реальное устройство или через виртуалку, да? То есть это делается Tools. Вот как раз таки SDK менеджер. Здесь вы можете поковыряться в SDK менеджер. Опять же, открываете мои видео по основам Android. Так, на YouTube много всяких видео об этом. Подсоединяете устройство. Но можете проще сделать на самом деле. Вот так вот сюда жмете, где устройство, Device Manager. И здесь добавляете новое устройство, как виртуальное, да, и потом у вас оно здесь под... Ну, просто вот Create Device, выбираете какой телефон, ну и так там дальше идете. Смотрите, и что бы я сделал, суть для чего это нужно? Я бы
все это дело сделал для того, чтобы запустить пустой проект. Это очень важно, потому что вы запустите пустой проект, вы поймете, что у вас уже сначала что-то получилось. Вы уже как бы в софте начинаете разбираться. Просто жмем на треугольник теперь. И вот у меня запустилось пустое приложение. Отлично. Далее я бы разобрался в этих папках. Я бы разобрался, почитал бы, что такое манифест, для чего он нужен. Далее я бы вот открыл эти папочки, я вижу здесь Kotlin класс, и я вижу здесь папку race и папку layout, да, и XML шаблон. Я почитал бы про то, для чего нужны XML шаблоны, для чего нужен Kotlin класс. Дальше я бы залез бы папку value, почитал, для чего нужен файл colors, для чего файл strings. Ну, тут все понятно, да, то есть strings это хранение заголовков каких-то, которые вы используете у себя в приложении. Colors это для цветов, XML шаблон, ну суть такая. Наше приложение состоит из экранов. Экраны в базовой своей концепции это, ну если мы берем концепцию Android компонентов, да, есть такой Android компонент как Activity. Activity может быть как такое классическое Activity, когда чисто это экран Activity, либо фрагменты, которые наполняются Activity. Так вот, неважно, что это Activity или фрагмент, он состоит всегда из двух файлов. Из XML шаблона и из Kotlin класса. Я бы это понял бы, разобрал бы, и потом у меня возник вопрос, а для чего нужно одно и другое? Kotlin класс нужен, XML шаблон нужен для того, чтобы визуально как бы наполнять наши мобильные, наши экраны версткой, внешним видом, кнопки, текст. А Kotlin класс он нужен для того, чтобы мы могли функционально что-то с этим всем сделать. У меня был возник такой вопрос, а как это все взаимодействует? Я бы наткнулся на такую вещь, как ViewBinding, и прочитал бы, как работает ViewBinding. Я понял, что нужно зайти в Gradle Script, Build Gradle Applications, да, сюда спуститься. Далее я нашел бы заготовку в интернете, как подключается ViewBinding. Здесь бы я прочитал бы, как подключать ViewBinding, и вставил бы сюда код по подключению ViewBinding, синхронизироваться. Далее я пошел бы в наш Activity, переключился бы сразу на вкладку код, потому что лучше писать кодом, и поразбирался с версткой. Да, что такое constraint layout? Кратко, constraint layout это, скажем, такой как бы компоновщик. То есть это такая вещь, такая штука, которая позволяет определять местоположение всех виджетов, которые вложены в этот constraint layout. Я бы сделал потренировался сделать бы тот эффект, который лучше всего делать всем начинающим. При нажатии по кнопке что-то записать в текстовое поле. Поэтому мне нужно создать виджет, да, кнопки. Я почитал бы, как создается виджет кнопки, и понял, что нужно использовать виджет button из библиотеки Android X, AppCompatButton, button, да, сделал бы по его по всю ширину. По высоте сделал бы контент, написал какой-то бы текст, да, по целу, я уже знаю, что такое стринг, это нужно заголовки, в заголовках как бы создал новый заголовок для кнопки, да, назвал бы это все дело бат, назвал бы кнопку клик, вернулся бы в Activity Main, здесь в качестве текста указал бы ID-шник, ключ, который я там указал бат. Ну и, в принципе, закрыл бы и увидел ошибку. И понял, что мне нужно определить местоположение для кнопки. Так как она у меня по всей ширине, то мне нужно по вертикали просто задать позиционирование. То есть это я бы сделал бы, указал бы, прижимая вверх этой кнопки ну, допустим, к верху родителя, да? Top of parent. И у меня ушла ошибка, потому что по вертикали мы определили местоположение, по горизонтали не нужно определять местоположение, потому что во всю ширину растянуто. Далее я бы сделал бы современный виджет TextView. Да, я бы написал бы вот так вот TextViewCompate. Да, в кнопке я бы сделал ID-шник, потому что я бы почитал и узнал, что для того, чтобы взаимодействовать с кнопкой, мне нужен ID-шник. Button. Вот так. Дальше для текстового поля я тоже бы сделал бы ID-шник REST, допустим, для того, чтобы можно было с ней взаимодействовать. Текст я бы оставил Hello World, да.
позиционирования, я бы сказал бы, что буду позиционировать все это дело под кнопкой. То есть я говорю вверх виджета текстового поля, да, прижимай к нижнему краю кнопочки. Вот, я бы это все сделал бы так. Ага. А далее я бы пошел бы в Main Activity. Ну, можно было даже не идти в Main Activity, а запустить, сейчас посмотреть, что у меня получается. Вот, как раз таки, смотрите, у меня есть кнопка, есть текстовое поле. При нажатии на кнопку ничего не происходит, потому что я ничего не настроил еще в нашем Kotlin классе. И тут я бы понял, что для того, чтобы связать мне Kotlin класс с XML его шаблоном, то есть виджеты посвязывать и навесить какой-то функционал, тот же нажатие, мне нужно связать, установить взаимосвязь этих виджетов, этих объектов, виджетов в Kotlin классе с самими виджетами в XML шаблоне. Я понял, что мне нужно правильно подключить ViewBind. Для этого я бы вот здесь бы ввел private переменную, которую условно бы назвал binding, отнес ее к классу. Так, ну тут я ошибочка, конечно. Activity main binding, да, и сделал бы все это дело нулым. Так, отлично. И теперь здесь я бы под супер, я, конечно, разобрался, для чего метод нужен он create, что такое Save Instance State, просто узнал для себя. И что делает метод он create? Вкратце, он create наполняет ваш, когда вы заходите, заходите на экран, он наполняет внешний вид версткой всем этим делом, этот метод. И тут это состояние, которое запоминается в случае, если вы переворачиваете, да, экран. Ну, в общем, почитайте. Я бы почитал бы, да? И здесь мы должны проинициализировать наш объект binding, как объект activity main binding. Здесь бы я вызвал специальный метод inflate, который подсоединяется, да, как шаблон. И вызвал бы наш шаблончик layout inflator. А там, где у нас setContentView метод, прям который отвечает за подключение определенного шаблона, я бы здесь вызвал этот объект binding, который у нас служит для для взаимодействия Kotlin класса XML шаблона. И вызвал бы root. И все. И потом я понял, чтобы мне обратиться к кнопке, мне нужно обратиться к объекту binding, поставить точку, и вот они, наши объекты, наши виджеты из XML шаблона. Мне нужна кнопка. Здесь бы я вызвал у кнопки прослушиватель нажатия. И есть два способа, как вы можете вешать нажатие напрямую. Так как любой виджет является объектом view, мы обращаемся к объекту view и вызываем интерфейс, который отвечает за события нажатия. И далее я бы задумался, а что мы, как мне сделать так, чтобы в текстовое поле записать название кнопки, по которой кликнули. В данном случае тапнули. Мы должны здесь внутри метода setOnClickListener, да, ну, внутри этого интерфейса. То есть внутри интерфейса onClickListener, да, при вызове написать то, что мы должны сделать при нажатии на кнопку. Я бы обратился бы к текстовому полю. Узнал, что у этого текстового поля есть атрибут text, который мы удалили. Вернее, не который мы удалили, а он... Вот он, этот атрибут text. И присвоил бы, да, этому текстовому полю название кнопки. Обращаемся к виджету кнопки. У этого виджета также есть атрибут text. Вот и все. Давайте попробуем собрать наш проект. Чем кликаю, и все записывается. И когда, вот если я человек, тот, который ничего не мог делать в Android-разработке, сделал вот такую вещь, у меня получилось что-то изменить, это бы вызвало во мне непередаваемые эмоции. Я просто помню по себе, какого это было первый раз, и ты понимаешь, что ты уже что-то сделал. И тут ваш мозг включается и понимает, для чего вы это все проделали, и что вам это дало, и что даст вам это в дальнейшем. И вы, ваш мозг видит сразу результат. Результат видит не тот, когда вас учат на большинстве курсов. Сначала по Java теории гоняют, там
несколько месяцев, полгода, там одну теорию дают, и ваш мозг не смотрит это, блин, не понимает, для чего вам это все нужно. Для чего это все изучает, для чего не видит практики, не видит результаты, ничего. И не видит мозг ваш этого всего и не ощущает этого. И вы, естественно, через там вот такой теоретической зубрежки от 3 до 6 месяцев просто свернете с профессии, с пути на, по профессии на профессионала Android-разработчика. И вот такой подход, который пропагандируют очень многие курсы, он неправильный. Не нужно на старте смотреть, что такое activity, прям подробно. Не нужно смотреть, что такое жизненные циклы. Не нужно смотреть компоненты. Не нужно вглубь как бы копать эту всю теорию. Нужно получить первый практически небольшой опыт. И вот я вам советую начать именно вот с этого. Потом, когда, ну вот для того, чтобы проделать, вы должны знать, в принципе, из Котлина, что такое переменные, как они как бы обозначаются, что такое оператор присваивания и в целом о функциях знать. И все. Вот когда вы вот сейчас это проделали, вы можете параллельно изучать теперь Котлин, а параллельно дальше смотреть, допустим, дальше вы можете посмотреть, как происходит обработка кнопок, когда их несколько, да? И потом уже смотреть, переходить, допустим, на ту же библиотеку Material Design и смотреть, как каждый из виджетов работает. Но перед этим, как перейдете на библиотеку Material Design, я вам советую на моем канале посмотреть два больших видео по основам Android. Там вам будет все понятно. Просто изучили что-то, применили, посмотрели, получили быстрый результат. Допустим, сегодня изучили, завтра применили. А лучше сегодня изучили, сегодня применили, чтобы вы видели, что у вас уже получается, и что вы не зря это изучаете. Потому что если вы изучаете сухую теорию, или, блин, лезете вглубь, то ваш мозг будет сопротивляться, он не понимает, зачем это ему все нужно. Мой посыл в следующем. Не загружайте ваш мозг на данном этапе той информацией, которая она ему совершенно не нужна, а проходите по такому простому пути. И тогда вы не с легкостью, но с нормальным ощущением пройдете весь путь к своей цели стать Android-разработчиком. Ну а сегодня все, что я хотел вам рассказать. С вами был проект Мабу. До встречи на следующих эфирах. Всем пока.